Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Негодяи. Кабахаттер. Земля перед негодяями. Кабахаттер алдындағы ер. Земля перед негодяями. Кабахаттер алдындағы ер. Ради Хабиров потребовал от Счетной палаты Башкирии, чтобы земля горела перед негодяями и нарушителями. Кабахаттердің һәм бұзушылардың алдында ер янһын, деп талап итте Башкортостанның иҫәп палатаһынан Ради Хабиров. Ради Хабиров потребовал от Счетной палаты Башкирии, чтобы земля горела перед негодяями и нарушителями. Кабахаттердің һәм бұзушылардың алдында ер янһын, деп талап итте Башкортостанның иҫәп палатаһынан Ради Хабиров. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».